Ровно 100 дней. В Оренбурге сегодня дали обратный отчет Международному молодежному форуму «Евразия». В честь этого на Беловке у памятника Чкалову десятки студентов устроили флешмоб. Идея проведения форума принадлежит президенту страны Владимиру Путину. В этом году он пройдет впервые. В Оренбург в сентябре съедутся порядка 800 молодых ученых и специалистов из 90 стран. По сути, этот форум – своеобразная площадка для тех, кто хочет узнать больше о нашей стране. Погружение состоится по следующим направлениям – культура, история, предпринимательство, политика, медиа и некоммерческие проекты. Замечу, что общаться на форуме предполагается исключительно на русском языке. На сегодняшний момент уже более 15 стран заявились о том, что готовы приехать к нам. И, конечно же, это еще далеко не предел, потому что регистрация у нас будет идти до 15 июля. Будет много интересных моментов. К примеру, могу сказать о том, что вчера закончился российско-грузинский молодежный форум, первый форум 2008 года, и молодежь Грузии приедет к нам сюда, на наш форум.